Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вот видите, такое достаточно непростое время. Да и нам с вами посчастливилось, наверное, то есть именно находиться в этом времени, в этом пространстве здесь и сейчас. Видите, то есть да, повышение вибраций пространства, то есть усиление резонанса Шумана. Все не просто так, дорогие друзья, и все те события, которые сейчас происходят и будут только закручиваться. То есть это то, наверное, через что должны пройти люди, да, для того, чтобы их вибрации повысились, их осознанность повысилась. Да, все, кто сейчас, то есть как бы живет в таком материальном мире, для кого материальность является основным, да, то есть заработок, какие-то материальные блага. И люди на самом деле, то есть, ну, как бы забыли такие вот понятия, как честь, совесть, человечность, сострадание ближнему. Да, и знаете, вот то, что раньше как бы было, то, что главное, чтобы мне было хорошо, там, моим близким хорошо, а остальные, да, пускай что угодно творится. Сейчас это уже не работает, дорогие друзья. Сейчас. То есть необходимо вот так вот осознать и абсолютно не желать никому зла. То есть вот так. И понимаете, да, как мы привыкли, допустим, радоваться там каким-то бедам, которые происходят у соседа. Да, думаем, что вот у нас плохо, а у него-то еще хуже. То есть и от этого как бы наше настроение такое повышается. Это, дорогие, тоже не работает. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошо, то нужно было, чтобы хорошо и у соседа. То есть вот именно так. Не желать друг другу какого-то зла, да, не радоваться каким-то чужим несчастьям, чужому горю, а реально просто помочь. И знаете, многие, наверное, вот, кто сейчас вот смотрит меня, вот, то есть придется реально помогать, потому что события реально идут очень жесткие, и каждый из вас это чувствует. Да, и может быть десяткам, там, сотням, а может быть и тысячам людей. Не обязательно даже какой-то физической помощью, а достаточно просто добрым словом, советом, просто так от души. Вот, дорогие мои, вот мои мысли, понимаете, вот такие события идут, реально очень жесткие. Да, и для многих будет разорение и такое чувство разочарования, да, чем я занимался всю жизнь, что я делал, накапливал. То есть вот так. Ну все, дорогие, всем отличного дня и прекрасного настроения. Всех уважаю и очень люблю.